ситуация разрешенная. Я пришла сюда вот открыто, как депутат Палаты представителей, потому что я тоже соблюдаю закон, прежде всего Конституцию. И согласно Конституции, мирное собрание граждан разрешены. Поэтому я здесь сегодня. Я со своей стороны сделаю все, чтобы в рамках действующего законодательства сегодня данный декрет был изменен. Я обратилась к председателю палаты представителей Андрейченко с тем, чтобы инициировать проверку данного нормативного акта, данного декрета в Конституционном суде Республики Беларусь. Сегодня мирная, там, дозволенная акция супра декрету. Мы лишим, что этот декрет варто паховать, в принципе. И это будет добрым сигналом для того, что можно надалей протягивать, будовать ну, как бы широкий диалог с громадством и уладой для мирных пираменов. Это первое лицо государства говорит таким языком. Я сгораю со стыда, что живу в этой стране. Мне стыдно за такую... за такие совещания. Это невозможно. И вы все это поддерживаете больше всего. Вы поддерживаете за свою зарплату. А у людей хотите забрать последние крохи. Это просто позор. Позор. А мы работаем на митинге тунеядцев в Минске. О Крыме ни слова не было сказано, как об Украине.